Так, сегодня 13 декабря. Вот мои комнатные растения. Я их решил сегодня обработать, потому что у нас на улице погодка стоит вообще. Штиль полный, солнце светит. Я не знаю, на градуснике, наверное, вот в тени, ну, 8 градусов. Вот смотрите, что я буду делать. Вот такой у меня есть препарат Фитактив Интро. Это производит ООО НПО Бинам. И что он? Это комплексный препарат системного действия от широкого круга вредителей и болезней. Тут он идет и против клеща, и против вредителей, и одновременно как фунгицид. Действующее вещество имидаклоприд, карбензамид и синергист еще, это от клещей, ЭМК, фулерон, ой, блин, не выговоришь. Короче, я вот этого препарата, ну вот опрыскиватель у меня 12-литровый, я его где-то, ну, 5-10 миллилитров написано, размешиваю в теплой воде, сейчас попробую размешать. Вот здесь запах пошел, потому что я боюсь, что вот-вот начнет атаковать клещ. Кстати, растения, вы заметили, без удобрения, гляньте, какой куст мощный, а это с удобрениями, гляньте, вообще стоит на месте, вообще не движется даже, а тут уже цветоносы выкинул. Поэтому, если кто-то думает, что чем больше удобрений, тем лучше. Нет, ребят, смотрите. Вот. Так, еще я взял сегодня Райкат Старт. Тут у меня, ну вот у него оригинальная упаковка вот эта. А это я брал на развес. 170 рублей отдавал. Но думаю, может взять Райкатом чуть-чуть, пролить. Ну, как типа подкормить, не знаю, что. Попробую. Может, и не буду делать. Не знаю, сейчас обработаю. Опрыскиватель развел. Рассада у меня. Тут Азия стоит в кассетах. Тут у меня Сирия в стаканчиках тоже. Надо ее обработать, потому что пятнистость, видите, пошла. Я ее как укоренил. По-моему, один раз ее всего обработал, и все. Сейчас обработаю, она все, пятнистость уйдет. Потом рассада есть еще кассетная у меня, укореняется. Вчера туалет убрал на новое место, новое, вернее, поставил. Тут вот у меня Азия Клэри в кассетах, Кабрила, Эви 2, Мальга. Вот туалет теперь тут будет у меня. Модно. Так, сейчас мне кто-то звонит. Так, ну все, обработал я всю клубнику. Еще такой, знаете, важный момент хотел сказать. Смотрите, когда вы обработали все, у вас вот тут в патрубках, вот в ручке особенно, остается вода. Вот ее обязательно надо перед зимой отсюда удалить. Ну, я откручиваю вот эту штуку, вот так вот им помахал, я думаю, вся вода вышла. Также вот отсюда тоже должна вода, надо всю воду выгнать отсюда, чтобы в зиму, у меня прошлой зимой вот тут осталась вода, и ручка просто вот так по шву треснула, и пришлось мне за 1000 рублей почти покупать новую, как ручка, или как эта часть называется. Вот так вот посадил редиску сейчас на окне, думаю, место есть, там поставлю. Ну все, чуть попозже, если будут ягоды, покажу, что выросло. Все, всем пока.